Древнерусские храмы традиционно украшались фресками. И это греческая традиция. Известно, что греческие храмы вначале украшались мозаиками и живописью по сырой штукатурке. У нас на Руси мозаика не прижилась, хотя единственный образец мозаики у нас существует. Правда, теперь это уже не на территории Древней Руси, а на территории другого государства. Это знаменитые мозаики Софии Киевской. Что касается территории России современной, то, конечно, большинство, абсолютное большинство наших храмов – это храмы с фресками. И самые древние фрески находятся в Новгородской Софии, в Софии, в соборе Святой Софии в Великом Новгороде. Это фрески XI века, они, конечно, сохранились фрагментарно. И, конечно, первые фрески на Руси писали греческие мастера, у которых, так же, как и иконописцы, русские фрескисты затем учились. На протяжении XII века также греки именно воздействовали на древнерусскую художественную культуру. И вот фрески, например, Дмитриевского собора во Владимире, знаменитый «Страшный суд», это тоже работа греческих мастеров. Замечательно, что этот «Страшный суд» в XV веке видел Андрей Рублев, который будет писать свой «Страшный суд», стоявший рядом в Успенском соборе города Владимира. Фресок XIII века до нашего времени не дошло. Там и храмов-то строили мало. Даже в Новгороде их было всего 3, и те деревянные. Что касается XIV века, то это время фресок Новгорода и Пскова. И здесь нужно сказать, замечательную и очень яркую роль сыграл Феофан Грек и приезжие мастера с Балкан. То есть, вот, например, в Новгороде Великом работали сербские мастера, работал Феофан Грек и, видимо, еще кто-то из греческих художников, и у них учились мастера русские. Ну, 15 век – это, конечно, фрески Андрея Рублева в Успенском соборе Владимира. И, конечно, безусловно, это фрески Дионисия в Ферапонтовском монастыре. Что касается 16 века, то здесь очень интересное явление. Дело в том, что храмы 16 века, храмы, связанные со столицей, прежде всего, с Москвой, это храмы-памятники. Храмы, которые предназначены не столько для моления, сколько для обозначения и для прославления важнейших событий русской истории. Отсюда, да, вот знаменитый храм, который правильно называть Похорова на Ру, да, в народе Василий Блаженный, это же не храм, это же 10 разных храмов. И они, да, конечно, фресками покрывались, но в основном это были фрески, которые писались под воздействием фресок ферапонтовских, фресок Дионисия. В частности, любимый сюжет фресок XVI века – это 7 Вселенских соборов. Это те важнейшие установления христианской церкви, которые стали основой для ее жизни на протяжении столетий вплоть до нашего времени. Ну, а 17 век – это время, когда фресковая живопись расцветает в таких крупных городах, как Ярославль, Кострома, в крупных монастырях. И это время удивительного разнообразия сюжетов, редкого богатства этих сюжетов и, конечно, высочайшего мастерства. В Ярославле находится храм церкви Иоанна Предтечи в Толчковской слободе. Толчковская, потому что там жили кожевенники, они все время толкли кору для дубления кож. Вот отсюда такое наименование. И вот этот 15-главый храм, он считается, ну, по крайней мере, пока это не опровергнуто, самым большим по количеству сюжетов росписей. Там действительно их насчитывается около 4000, хотя как считать? Например, там на стенах представлен церковный календарь. Значит, все минеи, да, вот эти вот годовые. Ну, значит, один день месяца, ну, условно, 1 января, да, это один сюжет, отдельный или нет?
строго говоря, один отдельный, потому что 2 января – это уже следующий сюжет, это уже другие святые. В общем, действительно удивительные сюжеты по богатству и по разнообразию литературных источников, которые они иллюстрируют. Вообще нужно отметить очень важную вещь. Любое живописное произведение, средневековье, фресковое или иконописное, оно всегда зависит от литературы, оно всегда вторично по отношению. До начала 13 века, то есть это время, как говорят нам исследователи, небывалого расцвета культурной, политической, экономической жизни, здесь имелось 15 ремесел, большинство которых в Суздале никогда уже не восстановились. Например, вот считается, что и стеклоделие здесь было когда-то. Каменное зодчество, которое утрачено было при монгольском нашествии, восстанавливается только спустя более 200 лет. И не силами горожан, а силами монастырей, то есть вот таких сильных экономических единиц, которые могли сплотить вокруг себя вот именно носителей городской культуры, то есть ремесленников, строителей, каменных зодчих, могли оплатить их работу, обеспечить их работой. И вот как раз в лоне монастырей развиваются и восстанавливаются наши ремесла, и в том числе каменное зодчество. И очень рано Суздаль становится и политическим центром, поскольку первая половина XII века – это время правления Юрия Долгорукова, который, будучи одним из младших сыновей великого киевского князя Владимира Мономаха, получает эти земли в управлении. Не в собственность, конечно. То есть вот управление огромным государством было фактически делом одной семьи. Великий князь своих сыновей отправлял в разные уголки этого огромного государства для того, чтобы своевременно собирать дань, отправлять в Киев и, так сказать, следить за порядком, подавлять восстания, если они возникали. И очень часто, так сказать, великий князь менял своих представителей, то есть из одного города отправлял в другой. И только после смерти вот, Владимира Мономаха, кстати, отца Юрия Долгорукова, начинается уже как бы официальное на Руси оформление государственных земель в собственность князей. И вот как раз Юрий становится не первым князем как таковым, но первым удельным князем, то есть чьи земли вот, переходят в его собственность. И он закладывает зерно вот этой техники белокаменной, и из этого маленького зерна вырастает вот эта вот школа белокаменного зодчества, которой и прославлена Владимиро-Суздальская земля, прославлена на весь мир. И сюда приезжают, скажем, и европейцы, говорят, о, это вот наша техника, и вот эти вот элементы как бы в Европе мы можем видеть. Приезжают и представители, так сказать, других, и говорят, что это вот чисто греческая, византийская традиция. Тем не менее, все это, как говорится, сливается, и появляется как бы своеобразная такая школа, плюс еще декор, значит, резной по белому камню. И вот это как раз мы видим на наших древнейших памятниках. То есть вот 12-13 век – это время развития нашей Владимирской белокаменной школы архитектуры. Опять же, в начале 13 века мы с ней расстаемся, и, так сказать, претендент очередной на палию первенства в государстве Москва, который вот в 15 веке укрепляется, ну, немножко раньше, она берет эти традиции Владимирского зодчества белокаменного и продолжает его на своей территории, хотя, так сказать, русских уже сил и мастеров, может быть, не хватало в 15 веке, приглашаются из Европы итальянцы, но, тем не менее, строят не как в Европе, а как строили у нас в 12-13 веках, и за образец, скажем, Московского Успенского собора был взят Успенский собор во Владимире 12 века.
Здесь, в нашем соборе, находятся гробницы тех, кто составлял потомство Александра Невского. Его сына, его внука и даже его правнуков, потому что, к сожалению, у последнего переславского князя не было наследников, именно поэтому он завещал это княжество своему дяде Даниилу Московскому. Это драгоценный артефакт. Для нашей страны в целом, это и для мира, в общем-то, тоже, это единственный памятник зодчества времен Юрия Долгорукого здесь, в Северо-Восточной Руси. Это древнейший храм в Центральном федеральном округе. И он демонстрирует, он сохранился очень хорошо, он демонстрирует великолепную технику строительную, великолепный уровень мастерства и знаний. Поэтому для нас этот артефакт, он не просто красивый и удивительный своей сохранностью собор, это книга. И мы ее читаем по-разному, потому что буквально, во-первых, он расписан граффити и разрисован. Это тоже символический язык. Во-вторых, он нам рассказывает и показывает удивительные приемы мастеров, потому что на сегодняшний день не просто представить себе, как без строительных кранов, без большой техники могли построить столь величественное сооружение из таких тяжелых блоков, которые доставляли ни много ни мало за 200 километров. Вот это все для нас предмет исследований, предмет большого интереса и большого уважения, потому что вот это та живая история, которая всегда с нами. Мы с вами сейчас говорим об Александре Невском. Нам кажется, наверное, что так было всегда. Его помнили в Переславле всегда. Но нет. Только с середины XVIII века с помощью епископа Амвросия наши переславцы вспомнили, что Александр Невский был здешним уроженцем. И вот с этого времени уже, да, начинают появляться иконы, это почитание как-то уже широко распространяется. А до этого, к сожалению, почему-то вот в городе об этом и не помнили. О нем вспоминают уже гораздо позже. И это, надо сказать, что это практика, в общем-то, советского времени, потому что именно вот та выставка, которую устраивал музей-заповедник вот в этом соборе после войны, она была посвящена кавалерам ордена Александра Невского и вообще истории этого князя. И интерес в городе к его персоне возникает уже в новейшее время, с середины 20 века, благодаря деятельности музея. Так сложилось, что летописи не оставили нам даже свидетельства о его рождении. И именно поэтому до сих пор ученые спорят о том, в каком же именно году он родился, 20-м или 21-м. И он, как личность, появляется в летописях уже в отроческом возрасте. И поэтому все, что мы знаем о его юных годах, мы реконструируем. Мы понимаем просто, как это происходило, зная об этом из других источников, о других князьях. Да, он родился здесь. И почему об этом с уверенностью можно сказать? Потому что в годы его рождения его отец был только князем Переславским, он отсюда уезжает позже. Поэтому его юность, она проходит так же, как и каждого отрока, в учении, прежде всего ратном, но он был обучен и грамоте. Он был человеком верующим, а вера невозможна без того, чтобы читать Священное Писание, поэтому он был сразу обучен грамоте. Вот у нас в городе проводится уже не первый год такой фестиваль небольшой княжеского пострига. Вот в 3 года юного князя сажали на коня, ему вручалось оружие. Это вот такая инициация именно мужа. Потому что действительно он становится вместе с братом в Новгороде князем в очень-очень юные года. И ему надо было сразу понимать, что это быть ответственным, как это принять решение. И вот этому его учили в молодые годы здесь, в Переславле. Когда
в XIX веке возникает очень интенсивный интерес к истории русской. Создается русское археографическое общество, императорское археологическое общество. То первая идея, которая посещает, в частности, графа Уварова, она была в том, чтобы археологическими раскопками подтвердить данные лет. Дворец находился в середине Кремля, он был надежно укрыт. В Ростове очень естественно говорить о вот, традиции богомоли, потому что это город, который был одним из первых центров таких богомолий. В Успенском соборе, который стоит вот, рядом с нашим Кремлем и, собственно говоря, является частью Кремля, были захоронения нескольких святых и, в частности, старейшего русского святого. Сейчас это, об этом подзабыли. Первыми были Борис и Глеб, официально канонизированные еще в XI веке, а вслед за ними, потом за ними Феодосий Печерский, а следующий Леонтий Ростовский. То есть на нынешней территории нашей страны он первый. И он очень славился среди людей многочисленными исцелениями. Но не он, а вот его мощи в Ростовском соборе. Сюда собирались массы людей. Особенно это происходило в 15-16 веках. Леонтий был, считался с большим специалистом по чадородию. То есть, если женщина не могла родить, то ехали к Леонтию, просили у него помощи. И вот недаром московские великие князья, а потом цари сюда регулярно ездили, потому что у них были проблемы с чадородием. Вы знаете, Василий III долго не мог вот, получить наследника от своей первой жены. Потом он развелся, это вот случай, это уже первый в русской такой вот уже государственной традиции. И он сюда приезжал на богомолье несколько раз. И именно вот этот Василий III и установил эту традицию. Ведь до Василия III не было традиции богомолий, вот, которые совершали московские государи, великие князья, а потом цари. Именно он ввел эту традицию, разработал как бы ритуал вот таких походов богомольных, короткий богомольный поход на один день в один центр, например, в Лавру, в Троицерковский монастырь, или длинный богомольный поход в несколько центров, там, в Лавру, Ростов, Переславль, это вот такие основные направления, в Кириллов монастырь и так далее. И Ростов всегда был одним из основных центров богомолий и в древности, и в новое время. И вот эту традицию поддержали потом все русские цари, вплоть до последнего царя Николая II. Паперть церкви Воскресения расписана фресками тогда же, как и, вот, как и церковь в те же 1670-е годы, теми же мастерами по единому замыслу. Эти росписи посвящены в основном апокалипсу, то есть той истории, которая будет заканчивать по версии, значит, Иоанна Богослова, жизнь на земле. После этого наступит страшный суд. Одни праведники попадут в рай, другие в ад. Так вот, для нас важна вот эта фреска. На ней изображен Горний Иерусалим, как его описал апостол Иоанн Богослов в своем апокалипсисе. Это рай, к
как он представился богослову. Что характерно для... Вот, как об этом пишет богослов? Что ему предстал город, у которого нет внутри храма. Он, у него такая же длина, как и ширина, то есть город квадратный. Вот мы видим здесь, правда, он уже, конечно, в ракурсе, но понятно, что это изображен квадратный город Иерусалим. У этого города, у этих стен 12 оснований, то есть 12 участков, 12 ворот, они представлены в виде башен, вот с такими шатрами. Так вот, для нас важно то, что весь ансамбль Ростовского Кремля строился ионой, исходя из желания представить его в виде горнего Иерусалима. Кремль наш почти квадратный в плане. У него есть небольшой хозяйственный двор, но он не виден с центрального парадного двора, который вот соответствует. У него стены имеют 12 участков, как и горний Иерусалим, 12 башен. В центре не река жизни, как значит, у Иоанна Богослова, но пруд специально выкопанный, который символизирует эту реку жизни. А вокруг этого пруда в древности росли яблоневые деревья, райские деревья, как известно. Таким образом, Кремль как бы вот воспроизводил небесный град, горный Иерусалим. И это вот тоже одна из оригинальных идей митрополита Ионы.